Nerede bu Gidiyor kız ana. ya? Ты чего посреди ночи? Здесь для меня слишком натурально. Паучки, жучки, для меня достаточно этих приключений. Я ухожу. Пока. Ну, пока. Махир? Махир? В чем дело? Открой. Как дела? Что случилось? Джихан в палатке нет, я беспокоюсь. Может посмотреть? Кстати, спасибо. Горькое наследство, оставшееся мне от отца. По словам брата Селима. Причина болезни Джихан – я. Не ты причина болезни Джихан. Причина этой болезни – церебральная дегенерация, и ты не делала этого. Ну да, не я ее рожала. Мы купили нашу дочь. Это я причина болезни, из-за меня. Да погоди ты, не грузи на себя столько, милая. Ты огорчаешь себя из-за того, что не в твоих силах, не делай этого. Прошу прощения, что назвала тебя приемным. Я не это хотела сказать. Но я такой. Это правда? Я приемный. Не знаю, кто мои родители, которые произвели меня на свет. По крайней мере, знаем, что у них не было такой болезни. Сказать тебе кое-что. Знаешь, мне было бы плевать. Главное, чтобы были рядом. Если бы мы знали, что такое может быть, то не завели бы детей. Мы не знаем, что сделали бы, если бы знали, Фигин. Отказался бы я от этих дикарей, от каждого по отдельности. На тебе мука? Я здесь, милая. Добро пожаловать. Как прошел фильм? Вполне романтичный. Что ты делаешь? Ничего. Это мое прошлое. Ну что ты говоришь, Гюзин? В нем есть мои любовные письма. Говоря прошлое, ты обидела меня. Я этого не хотела. Ты не обижайся. Это правда. Мы в самое подходящее время сошлись. Тогда, когда нужны были друг другу так сильно. Любимая Гюзин, мы были подарены друг другу. Все понятно, ты хочешь меня смутить. Хочу сказать, что я обязана этим строкам. Скажем так, моей утонченной душе и вдохновению, взятому у мастера. Ты думаешь, я не знаю этого?
Этим строкам завидуют все поэты. Но этот конверт все еще закрыт. Почему не открыла? Не открываешь? Потому что мне неинтересно. Человек, который бросил жену с ребенком, через 2 года сделал одолжение и отправил письмо. Что он мог в нем написать? Пожалел? Хотел попросить прощения? Или, увидев, что я смогла залечить свои раны, и хотел снова их потревожить, что это возможно? Но для меня ничего из этого значения не имеет. Я никогда не хотела открывать, и сегодня не хочу. Но столько лет хранишь. Не письмо. Я храню гнев к нему. Сима звонит. Я забыла позвонить ей. Слушаю. Да, да, я приехала. Нет, трасса была свободной. Будто мы в сказке. Бывают же в сказках картинки. Наверное, из-за лунного света. Нет. Из-за тебя. Ты такая красивая, что не умещается в тебе. И вырывается из тебя наружу. Потому что я очень счастлива. Хорошо, что я родилась. Минуточку. Сегодня ведь не твой день рождения, да? Нет. Правда, немного осталось. Не знаю, в такие моменты я чувствую себя везучей, потому что живу. Я тоже. Не знаю, что сделал, чтобы заслужить это. Но я тоже чувствую себя везучим. Ну что, нашел? Нашел она с Али. Они в порядке. Но если с Али, то в полном порядке. Я и так думала, что спать в такую ночь грешно. Только посмотри, луна, звезды, да? В таком случае тебе приятно понаблюдать. Спокойной ночи, Махир. Спокойной ночи. Гюзин, я знаю, что это письмо, пришедшее через долгое время, потрясет тебя. Но я не могу начать путь, на который сейчас вступлю, не написав эти строки. Ну же, заканчивайте с чаем, через 5 минут выходим в путь. Того, кто опоздает, ждать не буду, весь день будем ходить, так и знаете. Ханде, ты видела Али? Ты своего любимого у меня спрашиваешь, подруга? Говорю, всю ночь гуляли, лунный свет, звезды, может, не проснулся еще? Я посмотрю палатку и приду. Давай, беги, беги. Али? Али, ты там? Нет. Давай, мы уже выходим. Хорошо, пусть тогда любимая придет и разбудит меня. Ну, Али. Думаю, моя любимая меня не обидит.
Но ты же готов. Готов, но не к утренней прогулке. Только с милым поцелуем доброго утра. Прошу. А вот теперь хорошо. Ну все, нас ждут. Ну хорошо, пусть ждут, что с того? Мы не пойдем, останемся здесь. Но ты очень хотел приехать сюда. Да, очень хотел. Но ради тебя. И теперь мы наедине. Пусть в палатках никто не остается, мы выходим. Видишь? Не смей, не смей. Идем. Давай. Ты всегда так делаешь, всегда сдаешь. Ну же, Али, мы тебя ждем. Хорошо? Иду, иду. Ничего себе, тебя правда стоит бояться? Почему? Не только я ведь так делаю. Не может быть. Вот такой вот у нас порядок дня. Все, что едят дети, и каждый шаг мы следим отсюда. Хорошо, что в мое время не было их, иначе у мамы сердечный приступ случился бы. Иногда я думаю об этом. Ешь свой тост. Остынет? Подруга, посмотри на эту красоту. Почему мы живем в городе и не приезжаем сюда? Это говорит так, кто каждый день утюжит волосы или мне слышится. Ну, оставлю их так, что поделать. Это еще что? Между девушками ты не поймешь. Ну все, уходим. Яблоко? Обожаю. Пойдем. Мы в раю? Такая красавица дает мне яблоко. И сейчас мне почему-то в голову приходит Адам и Ева. То есть хочешь сказать, что наше изгнание близко? Говорю, если с тобой, то почему бы и нет? Сделаем селфи. Пусть интернет увидит селфи любви, что скажешь? Послушайте, Али, не отмечай нас на фотографиях, сделанных у обрыва, ладно? Ты знаешь, наши мамы сейчас тщательно следят за нами. Думаю, что мы не знаем, но это так. Хорошо, хорошо. 2 минуты романтики не дают. Ну что? Если посмотреть на Адама и Еву, мы с тобой снова остались наедине. Для меня не проблема. И для меня? Пойдем? Ну ты плохо снимаешь. Немного издалека снимай. Правда? Ну все, пойдем. Уходим, да? Этот человек сюда пришел. А что будешь делать? Поддержишь парня. Пусть будет немного счастлив. Мы здесь сериал смотрим. А госпожа Джихан там приключения снимает. Что это за звуки? Какой звук? Не знаю, с компьютера что ли идет? Нет, это наша духовка, там пироги готовятся. И это снова на меня взвалили. Твой пришел. Смотрю, смотрю. Очень красивый.
Ханде, я пройду вперед, помогу тебе, если хочешь. Хорошо? Махир, смотрю, ты снова супергерой. Всех оберегаешь? Или наоборот? Боится, но чтобы не показать, это геройствует. Может, ты на психолога перейдешь? Элиф! Не открывай, дочка, не открывай! Выходи, выходи! Ты в порядке, ты в порядке? Что здесь происходит? Не заходи, дочка. Выходи. Выходи. Уведи детей отсюда. Выходите. Музо. Сейчас иду, подожди. Иду. Итак, товарищи, отсюда продолжаем путь. Озан? Может, мы и так продолжим, наслаждаясь пейзажем? О чем мы говорили внизу, ребята? Вы не должны выходить за рамки плана, хорошо? Мы впереди вас догоним, все так просто, мастер. Но впереди дорога расходится, будьте осторожны. На мне. Давай пойдем. Может, не будем сходить с дороги? Нет, он правда не влюблялся. Он даже с пути еще выйти не может. Нет, если я не покажу любимой эту красоту, зачем тогда мы сюда приехали? Ну, пойдем. Снова начали романтическую комедию, будем смотреть теперь. Это представление нельзя упускать. В главной роли любовь. Дорога становится уже. Может, вернемся? Да пройдем отсюда, не переживай. Джихан, ты будь осторожна. Я спортсменка, ты за себя постой. Хорошо, ты права, но будь немного осторожна. Ну что поделать, что случилось, то случилось. Лучше бы сначала открыла дымоход, дочка. Мама, пусть такого больше не повторится. Хорошо, милая. В следующий раз сестра Алиу будет осторожна. Нет, не будет. Потому что не нужно будет осторожничать. Больше пекарня не будет доверяться мне. Элиф. Да, отец, вы видели. Я ваша бездарная, безответственная дочь. Не спутывайте меня с Джихан, ясно? В этой жизни мне ничего доверять нельзя. Доченька, послушай, разве мы назвали тебя безответственной и бездарной? Если бы ты немного была осторожна. Не буду, не могу, потому что так и есть. Лучше бы оставили свою превосходную дочь Джихан на вершине и больше не рожали бы других детей. Элиф. Но меня лучше родили бы, да? Джихан, может, вернемся? Джихан, дай мне руку. Давай, доверься мне. Я здесь, давай. Джихан! 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 Благодарю. Легкой работы. Спасибо.
Только этого не хватало. О чем ты думаешь? Что? Что у тебя в голове? Ничего? Я считаю, что мы должны сказать Элиф. О чем? О болезни Джихан. Ты что, с ума сошел? Ни за что в жизни. Фиген, ты не видишь состояние девочки? Естественным образом. Она не может понять все происходящее. Элиф еще маленькая девочка, она не вынесет такого. Разве можно такое говорить, Музо? Хорошо. Не будем говорить, Элиф. Но Джихан, скажем уже. Что ты несешь? Я говорю, мы должны еще раз рассмотреть наше решение. Мы должны сказать Джихан. Мне неспокойно, Фиген, совсем неспокойно. Каждая секунда, когда ее нет рядом, сердце в пятках. Потому что не знает. И пока не знает, будет считать себя здоровой. И пока она будет считать себя здоровой, она не будет себя оберегать. Мы должны поговорить, Джихан. Но я ведь даже это с тобой не могу нормально обсудить. Закончил? Да. Мы не будем с ними говорить об этом. Джихан! Джихан, ты в порядке? Нога болит. Кажется, я в порядке. И немного... Немного рука кровоточит. Не двигайся, ладно? Разве не говорил вам не сходить с пути? Джихан! Ладно, успокойся. Не могу! Джихан! Я поговорила со спасательной службой. Они говорят, что их приход займет полтора часа. Джихан, прошу тебя. Джихан, прошу, не двигайся, ладно? Прошу тебя. Джихан! Ханде, не кричи, прошу тебя! Вниз спустимся? Не можем, брат, здесь 20 человек. Я о вашей безопасности должен думать. Мы не можем оставить там Джихан. Не можем ее там так оставить. Куда ты идешь, брат? Стой на месте, еще с тобой возиться будем. Джихан, будь спокойна, мы сообщили службе спасения. Подруга, моя дорогая подруга, мы сейчас придем, заберем тебя оттуда. Не бойся, ладно? И не паникуй, ладно? Джихан, послушай, рядом с тобой вода есть? Есть. Еще яблоко есть? Ты ко мне приди, куплю тебе яблоневый сад. Слушаю. Да. Я ее мама. Не поняла. Когда? Что случилось? Несчастный случай. Какой несчастный случай? Несчастный случай, Джихан. Какой случай? Хорошо. Мы едем. Какой случай, Фиген? Да. Фиген, какая авария? Погоди ты. О, Аллах. Джихан? Джихан, рука кровоточит, любимая. Ты в порядке? Когда падала, наверное, поцарапала. Немного кровоточит, но не важно. Как это не важно? Все, что касается тебя, для меня важно. Все. Пожалуйста, будь осторожна. Прошу, будь осторожна, Джихан. Что случилось? Что? Спина болит. Ладно, ладно, тогда не двигайся. Не смей двигаться, ладно? Махир? Махир? Его здесь нет. Он пропал. Вы еще его суперменом называете. В каком месте он супермен? В каком месте? Ну так и есть. Он сейчас передо мной. Что? Ты в порядке? Ты в порядке? Кажется, да. Подожди, не двигайся. Как? Откуда он спустился вниз? Где-нибудь болит? Нога болит, рука кровоточит немного. Ладно, не беспокойся, они в пути едут. Аллах, прошу, пусть ничего не случится. Моя доченька. Сколько осталось, Музо? Немного осталось, почти доезжаем. Слушаю. Алло, мама, это я. Дочка. Джихан. Джихан. Доченька моя, как ты? В порядке? Это Джихан, да. Я в порядке, мама, не переживай. Минуточку.
Мы с папой выехали, едем. Джихан, кто рядом с тобой? Мой друг, владелец этого телефона, Махир. Милая, сказали, что ты упала. Куда ты упала? Где-нибудь пострадала? Не переживай, я в порядке. И медицинская группа уже едет. Скажи папе, пусть не водит как сумасшедший, ладно? Отец за тебя жертвой будет, чемпион. Отец за тебя жертвой будет. Не двигай ногу. Спокойно сиди и жди, ладно? Мы едем, немного осталось. Тетя Фиген? Где Джихан? Везут. Спасательная служба уже с ними. Она в порядке? Да, она в порядке, не переживайте. Всего, может быть, что-то подвернуло лодыжку, все. Но кроме этого, мы все время говорили с ней. Я принесу вам воды. Пойдем, любимая, пойдем. Из-за меня. Из-за меня. Наша дочь может умереть. Из-за меня. Не умерла. Посмотри, она даже серьезно не ранена. Чемпионка с нами здесь. И будет с нами. Что бы ни случилось в этой жизни, мы все вместе будем бороться. Из-за меня. Из-за меня. Мы давно должны были сказать. Ты был прав. Потом поговорим об этом, забудь. Из-за меня. Они идут. Идут. Дочка? Папа? Доченька моя? Мама? Не переживай. Я в порядке. Где-нибудь болит? Немного. Мама, вы поедете со мной. Я рядом с тобой, никуда не уйду. Поднимайте. Я люблю тебя, чемпион. И я тебя, папа. Просто повреждение тканей. Я не пропишу никаких лекарств, кроме обезболивающих и мазей. Посмотрю в конце первой недели, а потом можем перейти на легкий бандаж. Кстати, паркур, о котором вы говорите, я тоже знаю. Я могу себе представить место, откуда ты упала. Ты легко отделалась, везучая. Да, я везучая. Если бы вы знали, сколько я в детстве падала, сказали бы, как эта девушка дожила до этих лет. Дома у меня есть даже целый гардероб. Конечно, глупо говорить такое рядом с мамой. Прошу, поправляйтесь. Большое спасибо. Благодарю. Не за что, еще раз поправляйтесь. Пойдем, милая. Благодарю. Поправляйтесь. Легкой работы. Спасибо. Не упрямилась бы и сидела бы в кресле. Посмотри, ты на ногу нагрузку даешь. Не на ногу нагрузку даю, мама, на папу нагрузку даю. Чемпион, какая нагрузка? Я всегда готов быть твоим грузчиком. И так такая легкая. Дочка, облокотись на меня. Мой папа лев.
Добрый день. Добрый день. Добрый день. Доктор Анур? Неврологический доктор Джихан. Очень приятно. Добрый день, доктор. Как ты, что случилось? Говорят, что ты была у доктора ортопеда Метина. Вам сообщили? Да. Почему? Sen benim hastamsın ya, dosya takibim bende, onun için. Доктор, если позволите, мы вашего пациента взяли под руки и уходим. Можете идти. Поправляйся. Благодарю. Вы идите, я возьму лекарство и приду. Хорошо, мы ждем в машине. Удачи. Поправляйтесь. Я вам сочувствую, кажется, это были трудные минуты. Это правда было так. Даже думать не хочу. Но это стало причиной того, что стукнуло в голову. Что бы я ни сделала... Я не смогу ее оберегать. Она сама лучше справится с этим. Я хотела стать ее руками и ногами. Подумала, что смогу удержать ее на ногах. Но это не так. Я приняла решение рассказать Джихану о ее болезни. Другого выхода нет. Я хочу сделать это как можно скорее, завтра. Как я это сделаю? Как собрать все слова? Даже представить не могу. Но будет лучше, если я скажу это. Лучше, чтобы она узнала это от матери. Можете быть спокойны. Думаю, вы приняли самое верное решение. Благодарю. Всего доброго. Всего доброго. Никак не вышли. Я опоздаю в школу. Что такое, сестра? Ты никогда так не спешила идти в школу. А сестры что ли перешло? Сейчас по лицу этой сумкой заеду. Моя школьная любовь не заразна вообще-то. Если была бы заразна, я сначала тебя заразила бы. Все, полетели. Вперед. Пойдем. Вечером будем работать над математикой. Да-да, хорошо. Ну пойдем уже, чего стоишь? Мама, ты не идешь на работу? Я сегодня отпросилась. И я у босса взял сегодня отгул. У себя. Вы в порядке? Да. Да. Мы хотели побыть наедине и поговорить с тобой. Возможно, я недостаточно извинилась перед вами. Я просила прощения за то, что скрыла опасность поездки. Но за глупость, которую совершила, не просила. Грустить не о чем, чемпион. Есть отец. Мне не нужно делать такие вещи, пока моя болезнь не пройдет. Я не подумала, совершила глупость. Прошу прощения. Мы не об этом хотели поговорить с тобой, милая. Брасилин, добро пожаловать. Проходи. Спасибо, Музо, дорогой. Дедушка, добро пожаловать. Спасибо, дочка. Добро пожаловать. Спасибо. Пусть поправляется моя девочка. Твой самый любимый торт. Пирог с миндалем и каштаном? Да, с каштаном. Да, мама, дедушка принес мое лекарство, которое резать очень сложно, но есть вкуснее всего. Тогда я его подам, а вы проходите в гостиную. Проходи, дочка. Фиген, дорогая. Я тебе сочувствую, дочка. Кто знает, как вы с Музо расстроились. Брасили, мы приняли решение рассказать Джихану о ее болезни.
потому что мы увидели, насколько опасно ее незнание. Если не скажем, не говорите. Не смейте говорить. Почему? Твой отец, Джевдет, покончил с собой, дочка. И причина тому — это болезнь. Болезнь Джихана. Он принял решение, что не сможет с этим жить. И убил себя.